Альберт Фахретдинов – таксист. По его словам, это его не основная работа, а любимое хобби, которым он занимается уже на протяжении 8 лет. В такси работает только тот, кто любит дорогу. Человек, который не любит дорогу, его не загонишь в такси. Сегодня Альберт принимает участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший водитель такси». Он проходит уже 2-й год подряд. В Уфе 10 человек решили проверить свои силы. По словам организаторов, изначально заявок было больше, но не все смогли побороться за звание лучшего. Практически любой водитель мог подать заявку, однако допускался до конкурса. Хотя водители, которые имеют либо действующее индивидуальное предприятие, зарегистрированное на себя, либо являются официально трудоустроенными сотрудниками таксопарка. То есть прям таксисты, да, не подработка, то, что там вот они после работы пошли и поработали в такси. Здесь именно легальные профессионалы своего дела. Ну, посмотрим, как они сегодня профессионально покажут свои навыки. Участников ждет теоретическая и практическая части. У водителей проверят знания правил дорожного движения, законодательства, оказание первой медицинской помощи, а также знания города и даже истории республики. В практической части их ждут испытания на проверку навыков скоростного и плавного вождения. Знаете, меня товарищ по работе пригласил. Он в прошлом году участвовал, но в этом году он слился. Вчера он слился, да, вот мне пришлось самому за него отдаваться. Нет, пока не жалею. Я участвовал в прошлом году. Впечатления я просто незабываемые оставил. У меня и фотографии до сих пор есть. Все это как бы понравилось вообще. Основная цель конкурса – повысить престиж профессии, которая, по словам самих участников, на сегодняшний день себя изжила. И тот образ водителя такси, который сложился у многих, по их мнению, создан непрофессионалами. Вообще такси отрасль вообще загнали, в принципе, как, ну, не в хорошую сторону. То есть нету никакого контроля сейчас. На сегодня можно права получить и на второй день такси выйти. Но это какое-то же, ни о чем не говорит. Во-вторых, машины. Сам тоже такси пользуюсь, вызываю. Приезжает машина, некоторые даже неохота садиться. Для того, чтобы изменить ситуацию в России, был создан Совет по развитию такси в регионах. Они организуют различные отраслевые события, продвигают законы, собирают предложения от индивидуальных предпринимателей и помогают выстраивать отношения между бизнесом и властью. У нас как бы цель сделать такси качественнее, сделать такси легальнее и безопаснее. Конкурс «Лучший водитель такси» – один из способов сделать это. Победитель отправится в Сочи, где состоится финал, на который приедут 30 лучших таксистов со всех регионов страны. Анастасия Ходик, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ.